Что ж, снова здравствуйте. Теперь посмотрите, собственно говоря, на улицы. Улицы, на которых они живут. Вот, кстати, домик, в котором живу я. Здесь вот квартира наверху. Ну как наверху? Вообще, это как бы второй этаж по-нашему. По-ихнему это называется first floor. Здесь гараж. Поверьте мне на слово, он довольно-таки большой. Вот это место для парковки. Здесь вот баки мусорные. В общем, газончик аккуратно постриженный. Все достаточно аккуратно и прилично, должен заметить. Стригут газончик, моют окна. Ну, следят, в общем, за улицами. В центре городов, в принципе, даже бывает. Моют пешеходные дорожки при помощи шампуней специальных. Представляете себе? Вот. Давайте немножко пройдемся. Сейчас я покажу еще кое-какую штуку. Вот тут машина ездит. Вот. Так. Даже не штуку я покажу вам, а место. То есть вы только что видели дом с той стороны, где гараж и дорога. Теперь вы видите тот же самый дом, только с другой стороны. Это вот мой балкончик. А вот здесь вот стоят яхты. Яхты. К сожалению, у меня своей яхты пока нету. Пока не заработал. Я думаю, не скоро заработаю. Но как только место уже есть. Помимо этого, то есть здесь вот, если посмотреть, вот там вот выход в речку, то есть там можно заплывать, плавать. Такие вот дома. Кстати, не могу сказать, что это типичные английские дома все-таки. Все-таки это типичные, это все-таки 1-2-этажные. Здесь 3-4-этажные. Это такой как бы квартальчик. Вот в Шорме. Вот это вот здание. Там находится бассейн, сауна, спортзал, джакузи. Все это входит в стоимость квартплаты. Внимание, квартплата 750 фунтов в месяц. С исключением билзов. Билзе, ну это вода, электричество, мы называем их билзы, наши счета. Примерно еще где-то 60-100 фунтов сверху, то есть, ну, допустим, 850 фунтов в месяц. Вот это все удовольствие твое. Квартира, по-нашему, трехкомнатная. Они называют double bedroom. То есть они living room, то есть по-нашему зал не учитывают. То есть трехкомнатная квартира, кухня. Вот там получается раз, два, три окна. Вот где балкон вот этот вот, крайне слева. Небольшой балкон, но, в принципе, хватает. Кто-то вон ставит стульчики и столик, проводит здесь время. Мы и так там поставили тумбочку. Ходишь иногда подышать свежим воздухом. Либо белье посушиться, кстати, буквально. То... Как вы видите, здесь уже довольно-таки прохладно. Хотя погода, в принципе, хорошая, солнышко. Я здесь просто в теньке здесь сижу. Немножко подморозило, кстати. А, в том числе вот в этом здании там находится административная. Паб наверху. Вон там окна, находится паб, то есть там есть телевизоры, можно вечером пойти посмотреть футбол, куча народу, в принципе, в толпе выпить. Также есть лаундри, это как бы общественное место, где можно стирать, то есть там сушилка, две сушилки и две стиралки. Нет, одна стиралка и четыре сушилки. Не то, что у меня с математикой плохо, просто давно не пользовался. У меня обычно жена все это пользуется. Ну, в принципе, все. То есть, среднестатистическое. То есть, здесь нету никаких богачей или еще что-то. Яхты, ну, в принципе, да. То есть, на яхту нужно накопить. В принципе, если ты, Анрика, здесь живешь давно, то на яхту накопить, в принципе, можно достаточно быстро. Либо взять ее просто в кредит тоже очень можно, очень легко. Если вообще в кредит все очень легко можно брать. Если ты местный. И у тебя есть хоть какие-то накопления. Многие здесь, то есть квартиры в среднем будут стоить в этом районе, ну, скажем, 200-250 тысяч фунтов. Ну, зато многие, по-нашему, ипотека, можно 4, 5, 6
6%, то есть здесь даже реклама такая, платишь 6%, mortgage, тебя обдирают. Представили, да, в России 6%, ну или 5 даже, или 4 даже можно найти. Вот как-то вот так, до новых встреч, пока.